Какой-то вопрос, комментарий, Надежда? Добавить, да. Потому что действительно очень логично получается. Пример того, что на самом деле я, наверное, тоже сторонник того, что это не про поколение следующее. У меня был пример, когда в прошлом году мы защищали стратегию с точки зрения того, зачем мы отдельно вот как раз стартуем Mental Digital. И мне надо было лондонским бухгалтерам, индусам, объяснить, зачем Antal, развиваясь 25 лет, занималась финансовыми директорами, HR-директорами и так далее, должен вдруг заниматься пентестерами, блокчейн-разработчиками и вообще, в принципе, что там будут деньги. Ну, их интересовало только, в принципе, что зачем и когда будут деньги. Если деньги не будут за первый год, то мы вообще не будем в это инвестировать. И в итоге, ну, вот этот вот кусочек бесконечных споров закончился на том, что когда HR, причем даже не совсем из нашей организации, а внешней, провел им некоторый тренинг, ликбез, обучение. Почему я говорю, что я верю в то, что это все-таки во многом еще про образование и обучение и текущих, и будущих поколений. И объяснил, что это, как это касается их уже сейчас, и как это коснется дальше, и какое количество наших клиентов это, в принципе, должно уже касаться, и что мы уже опаздываем стартовать это направление отдельно. Все согласования и пиошки, все прошло просто одним днем. Но это был вопрос того, что классическая функция через общие вещи, там, отрицание, гнев, агрессию и так далее, пришло до принятия через обучение. Поэтому действительно функция HR, может быть, даже не HR-директор или там, конкретная роль там, да, в компании, а сама функция развития талантов, она может выполняться ведь абсолютно не HR-ами, она, в принципе, всеми топ-менеджерами должна так иначе выполняться. Да? Она действительно здесь будет ключевая, насколько мы будем всех нас сейчас и любой там следующую смену готовить к тому, что к этому нужно приходить, понимать, осознавать и дальше каким-то образом использовать. Да, дети действительно это делают в момент, они даже не задумываются. Это как теория усвоения. Там, да, у них это просто сразу уходит в навык, они попробовали, поумели, потом навык, потом компетенция.